Рад приветствовать вас в Ереване на международном форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента». Уверен, данный форум предоставит отличную возможность для обсуждения актуальных тем дальнейшего развития и углубления интеграционных процессов в рамках нашего объединения. Форум является эффективной платформой для обмена мнениями и видением путей укрепления торгово-экономических связей и становления архитектуры логистических схем на евразийском пространстве. Надеюсь, по итогам сегодняшних обсуждений мы сможем лучше оценить наши возможности и определить механизмы преодоления барьеров, препятствующих полноценному установлению транзитных коридоров и схем, обозначить для себя приоритетные задачи и наиболее эффективные методы их выполнения. В период председательства Армении в органах ЕАЭС мы приложили максимум усилий для дальнейшего обеспечения положительной динамики интеграции, для решения задач, которые могут придать дополнительный импульс экономическому росту и повышению благосостояния граждан наших стран. В данном контексте одним из ключевых направлений является развитие и диверсификация евразийской транспортной инфраструктуры, которая обеспечит рост товарооборота внутри ЕАЭС, а также экспорт товаров на внешние рынки. Исторически евразийский континент представляет собой мозаику торгово-экономических культурных процессов, в которой немаловажную роль играла Армения, расположенная на перекрестке Востока и Запада в Великом Шелковом пути. Расцвет древней столицы Армении Арташата, который славился как Карфаген Армении, и средневековой столицы Ани, который был знаменит своими великолепными архитектурными памятниками, связан был в том числе с расположением этих городов на Шелковом пути. Подписание соглашений о свободной торговле с Ираном, Вьетнамом, Китаем, Сингапуром, а также намечающееся подписание соответствующих соглашений с Сербией, Египтом и Индией позволит не только укрепить экономический потенциал Союза, обеспечив его полноценную интеграцию в мировую экономику, но и расширить географию транспортных коридоров и транзитный потенциал континента. Республика Армения, ввиду своего особого географического расположения, готова приложить все усилия для обеспечения доступа к новым рынкам, а также необходимой инфраструктуры и логистики в контексте неминуемого увеличения грузовых и пассажирских потоков в ближайшем будущем. Помимо использования транзитного потенциала в сфере транспорта, Армения также может стать в своем роде региональным электроэнергетическим хабом, который объединит общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза и энергосистему Ирана. Уверен, платформе наподобие сегодняшнего форума, обсуждение и обмен мнениями в его рамках дадут дополнительный импульс не только укреплению интеграционного взаимодействия между государствами-членами Союза, но и далеко за его пределами на обширном евразийском пространстве. В завершение позвольте еще раз поблагодарить за участие в форуме, пожелать плодотворной, результативной работы и активных дискуссий. Благодарю за внимание. На сцену приглашаю.